Юдин Андрей Павлович погиб при исполнении служебного долга 15 мая 1995 года в Хасавюрте. Посмертно награжден орденом мужества. 26 учетных дел у нас военнослужащих сотрудников находится на учете управления Росгвардии по Брянской области. Это и военнослужащие, и сотрудники полиции, которые погибли, выполняя служебно-боевые задачи, в том числе в Северо-Кавказском регионе. 8 ноября у нас отмечается Всероссийский день памяти военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга. Поэтому общее мероприятие мы проводим именно в этот день, а так, значит, по значимым данным, годовщины гибели, либо вот радостные события, связанные именно с членами семей погибших сотрудников, мы максимально стараемся в этих событиях принять участие. Сегодняшнее событие радостное. 8 июня свой 75-летний юбилей празднует Александра Ивановна, мама героя. Было очень сложно пережить это, но мне нужно было выживать и жить, и поддерживать еще его жену, потому что он был женат. И была девочка, первая дочка у него 1,5 года, и жена его ждала еще ребенка. Вот. И 8 июня, уже после его похорон, родилась девочка Ирина. Поэтому у нас сегодня двойной праздник. Брянская Росгвардия делает все возможное для поддержки семей погибших сотрудников. Это малая часть того, как они могут выразить благодарность их подвигу. Александра Савельева, Максим Кузнецов, События, Брянск.